Встречу судят. Первый судья Павук Майкл, Словакия. Второй судья Жданович Сергей, Беларусь. Состав игроков. Команда России. Макрогузова Екатерина и Макрогузова Надежда. Красные команда топы. Украины. Махно Инна и Махно Ирина. Зеленые топы. Dear friends, today I'm meeting the teams from Russia and Ukraine. The first referee is Pavuk Michael, Slovakia. The second referee is Zhdanovich Sergei, Belarus. The players of the teams are the Russia team, Makroguzova Ekaterina and Makroguzova Nadezhda. The Ukraine team is Makhno Inna and Makhno Irina. Сестренки. С обеих сторон. Thank you.
Thank you.
Первый сет выиграла команда игроков Макрогузова Екатерина и Макрогузова Надежда из России со счетом 21-17. The winner of the first set is a team from Russia with the score 21-17. Thank you.
Thank you.
Второй сет выиграла команда игроков Махно Инна и Махно Ирина из Украины со счетом 21-19. The winner of the second set is a team from Ukraine with the score 21-19. Yeah.
Thank you.
Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу команды России. В составе игроков Макрагузовой Екатерины и Макрагузовой Надежды. The winner of the game is a team from Russia with the score 2-1.